Всем большой привет! Вообще, мы с Максимом сегодня отправляемся в парикмахерскую, точнее в салон. Наконец-то мы добрались, мы очень долго собирались туда. Не стриглись, я даже не помню, когда мы были там последний раз. В общем, сейчас мы едем к нашему общему знакомому Жене. Он сделает из нас красоту. У меня волос, так как это мой натуральный цвет волос, он просто становится зелено-желтым на камере, я думаю, это и так видно. Ну а Максим и так уже оброс, очень сильно заметно. Вот, поэтому надеюсь, что это все займет немного времени. Мы сейчас подходим к салону Sia Sunscent, который очень часто рекламируют на русском телевидении в Таиланде. Сейчас начнется очень... Мне кажется, это будет очень долго, потому что мой волос, он весь желтый. Макс весь заросший. У Макса нет настроения сегодня вообще. Он сказал, что у него его преследуют мигрени. Ну, короче, у тебя решение. Ну давай, желтуха. Зеленуха. Всем привет. Вы находитесь в магическом месте, где творятся чудеса. Мы начинаем. В общем, вот такая я желтая сейчас. На какой-то кукольный цвет непонятный. Я похожа на спаниеля. Биби. В общем, благодаря Жене. Вообще, Женя — это первый человек, которому я так легко доверила свои волосы. У тебя такой красивый цвет. А ты уже моешь голову. Я уже вот такая вот, тюльпанчиком. В общем, желтый цвет у меня получился именно от бассейна и от солнца, конечно же. То есть здесь блондинкам очень тяжело быть. Хотя бы из-за ультрафиолетовых лучей, из-за хлорки, которая попадает в бассейн. Я думаю, что Женя нам попозже расскажет, что нужно предпринимать. Поэтому обязательно досматривайте видео до конца. Чтобы оставаться всегда. Красотка. Это такая штука. Синяя, желтая. Можно всю ночь не носить, ничего. Но не она уже готова, да? Вот, а первая помощь? Блин, тебе надо точно вести блог. Вот мне кажется, что Жене надо вести свой канал. А давайте проголосуем. Ура! Да, кстати, я действительно, я выставлю голосование. Как вы думаете, стоит ли Жене завести свой канал на YouTube, чтобы он рассказывал всякие секреты и полезные вещи? Напишите в комментариях ваше мнение. Я, допустим, уже голосую. Я за. На самом деле, если вы попали к нему в руки, считайте, что вам повезло. А я это говорю серьезно, без сарказма. Все просто. Знаете, краска 8-8. Я прям очень рада, что я с ним познакомилась и сейчас нахожусь полностью в его руках. Поэтому знайте, что в Паттайе есть мастера, которые могут помочь вашим волосам. Потому что у многих русских есть проблема здесь. Они не хотят идти к тайцам. Тайцы, привыкшие к азиатским волосам. Вот. А именно найти русского, хорошего русского мастера здесь достаточно сложно. Много цветов. Я никогда не могу сказать, что цвет на ночь. Потому что тут смешано 7. Ого. Видите? Поэтому оформлю или не спрашиваю. Вот заведешь канал и расскажешь. Да, нам я узнал, что можно работать легально. Лицензию и получить вот премию, да. Так что работа легально в Таиланде возможна. Класс. А с ногтями такое можно? Конечно. Да? Любая профессия, которая не запрещена. Если ты доказываешь, что тайцы не умеют такого делать, тебе выдают. Класс, слушайте. Я что же могу теперь доказать и работать легально здесь? А тайцы ни хрена не умеют. А
куда это идти, ты знаешь? Где? Это подаешь заявку в посольство. Это очень круто. И можно работать в любом, да, салоне, даже в тайском? В любом салоне, то есть легально уже это работаешь. То есть work permit ты получаешь как от себя, нет, как от компании? Как от страны. Вау, это крутяк. Вот мы недавно узнали об этом, поэтому тоже хотим сделать такую штуку. Поэтому, ребят, видите как, оказывается, можно здесь работать легально в бьюти-индустрии. Слушай, теперь я тоже об этом задумаюсь. Русские мастера, супермастера, давайте. У меня здесь действительно проблема большая с мастерами. Как говорится, есть парикмахеры. Вот мы становимся серенькими. Да? Угу. Так есть парикмахеры, там маникюрщицы, вот именно что, мастеров как таковых. Ну потому что я их так называю тех, вот как у тайцы делают, согласись. Маникюрщица, да. Но это не мастера, они там когда делают некачественно, тяп-ляп. И снова здравствуйте. С вами салон сейчас вам сам. Это проект преображения. Да. Первая помощь при зеленом оттенке. Ну вот, дорогие. Смотрите, какой у меня появился крутой цвет. Прям действительно крутой цвет. Я не знаю, в этом освещении. Но должно быть видно. Ну, конечно. Ты можешь пройти. Давайте пройдемся. И заодно. Да. Ну вот, тарам-тарам. Класс. Я думаю, вы еще оцените в следующих видео работу. Причем времени заняло. Пиз, всего лишь полчаса. Ой, давай еще раз. Я не спросил. Твою мать. Найди. Вы просто очень так весело болтаете. Ты видел. Опять-таки, когда... Сфоткала? Ну, никогда не приходи парикмахера, все почему? Если вы хотите остаться с ушами, либо другими частями тела, либо без лысины вот здесь, как здесь. И никогда не спорьте с парикмахера. С парикмахером девушки. Парикмахерские. И все у них чешется постоянно, мыться надо. Ты же меня помыл. Неделю назад. Я помылся неделю назад, когда купался в бассейне. А я две, когда шел дождь. Ну я правда не снимала. И вот, о боже, мы посидим! Что будем делать? Сейчас задохну мысль уже. Мой майн уже стоит 25 лет в матч. Ой, вот это сел. Чуть крикет не смогло. У тебя стрелка, мозг там. Секрет. Когда остается краска от Кристины, мы не выносим. Макса. Цвет идеальный. Макс тоже будет таким же цветом? Не лежи, а лежи. Лежу. А вы раньше об этом не могли сказать, но учили черный. Идем шушиться. Ну, я говорю, красавчик. Твой муж красавчик уведут. Не пускай. Хотя ты тоже можешь пока погулять. Тоже уведут. Будете делать? Конечно, мы что, даром делали? Мы уже сделали капок и сделали вот так. Та-дам! Понял, да? Та-дам! А вот ты помнишь его произведение? Вот это, ну напомни, ну вот это читал, я говорю. Вот это, да. Ну вот это, скажи, я скажу. Ну перечисли, какие он это знал. Я говорю, отвалил. Ребят, давайте поговорим о погоде, да ладно. Кристина, передай маме привет. Передай маме привет.
привет. Ты Кристина? Как в школе обычно. Детям. А какое правило там это? Пожалуйста, Кристина. Вот я кажется, ты Кристина. Ребята, вы знакомитесь, у нас в классе новая Кристина. А чё я белая такая? Сделай ей тоже эту пудру. А я смотрю ей на лицо и на волосы, Любовь. Хотела же белая быть. Не? Не скажи. О, боже, ты губы стрелять. Я каждый вечер тренирую артикуляцию перед зеркалом. Модификация моей речи просто ошеломляет. Опа, Кристина, блядь, это я только побрил твои ноги. Следующий этап – руки. Какая ты волосатая, мальчик. Ляжки, ляжки, ляжки. Да. Там подлиннее будут. Это было до колен. Мы находимся в салоне Сиаса. Я рядом был. Сейчас иду. Видишь, меня снимаю. Пашка, подожди. Все, поехали. Да, поехали. Только не кивай. Да, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите, чтобы... Все, серьезно? Все, серьезно. Если вы хотите, чтобы Женя побольше был у нас в видео, то обязательно пишите об этом в комментарии. Прямо сейчас вот опускайте вниз. Битмейкерс. Пис. Всем спасибо за просмотр и пока. Заходите, прилетайте. Женя ждет.